Ребята, делюсь с вами моей продуктовой корзиной. Спрашивают часто, покажите, расскажите. Значит, колбаса. Всегда правильный состав, смотрим в колбасе. Мясо, специи, свино-говяжье, прекрасно. Дальше, говядина на гуляш, то есть буду долго тушить, с луком, прекрасно. Яблоки, лук, понятно, авокадо знаю, что зеленоватый, но у меня есть еще спелые, и эти дойдут. Дальше, яйца, ребята, куры свободного выгула. Самый правильный желток, я регулярно делаю, об этом рассказываю. Дальше, овощи, болгарские перцы, треска, тоже будет с маскарпоне запекаться и с луком. Фисташки почищенные, клубника, шикарно, прекрасно. Кишью, творог максимальной жирности, пармезан, сыр, тотально максимальная жирность. Сметана максимальная жирность, здесь сливки 40%, просто круто. И имбирь. Ну и, конечно же, какая правильная продуктовая корзина будет без кока-колки, ребята. Обязательно добавим, шучу.